Итак, друзья, всем здравствуйте! Вы снова на нашем канале, и мы продолжаем прохождение модификации Westeros Total War. Как мы помним, играем мы за дом Таргариенов. Высадились мы на полуострове Дорна, или на острове, на материке Вестерос, не знаю, как правильно. В общем, высадились мы в Дорне и потихонечку начинаем двигаться на восток. Ой, извиняюсь, на запад Дорна, чтобы все-таки завершить наше завоевание и полностью покорить дом Мартеллов. Итак, что у нас здесь происходит? Осаждаем мы Вейт. Этой армией мы планировали помочь Дейнерис, да, это Дейнерис, да, здесь Дейнерис с Джорахом. Мы им поможем захватить Вейт и затем двинемся этой армией к городу, к каменному замку Мартеллов. Он называется Тор. Так, что у нас здесь с общественным порядком? Ничего хорошего. Плюс 95%. Чё не так-то? Бедность 1%. Странно как-то. Ну, может, в следующем ходу они успокоятся. Принцесса Дорна. Эриан Мартелл. Да, мне бы с ними поговорить, может быть, потом. Здесь мы разбили флот дарнийский. Давайте разобьем флот штормовых земель. Почему бы и нет? Все, адмирал Манфрейд идет кормить рыб. Так, солнечное копье у нас получается полководец. Здесь у нас один отряд кавалерия бронзовых бестий. Отлично. Вот это вот мне не нравится, то что они отсюда идут к нам. Ну, что поделать. Так, этот шпион пусть здесь будет. А этот шпион, давай тогда уже продвигайся сюда, наверное. Ну. О, молодец. Песчаник. Квентин Кворгил. Да, черный приют, конечно, плохо то, что штормовые земли захватили. Там полная армия почти сидит, сложно будет с этим замком возиться. Ну ладно, не будем мусолить, сдаем ход. И будем придерживаться нашей стратегии. Так, Мартеллы. Нет, ничего не предприняли, ничего не сделали. Оно и к лучшему. Так, ты друг. Да, снимаю саду. Залази к Дейнерис. Блин, а как мне просто встать рядом? Ну... Все никак у людей, блин. Так, мне
мне встать рядом с поселением. Почему он не может этого сделать? Ну ладно. Вот так. Дейенерис берет штурмом. Я думаю, автобоем. Подождите. Ну подождите. Ну где подкрепление? Ну что за дела? Вот, другое дело. Я думаю, автобоем завершим эту битву. Потери 228. Очень неплохо. Матери дракона. Все, Оберин Мартел. Блин, да что такое? Слишком громко они орут. Так. Уничтожить, ограбить или занять просто. Давайте, наверное, уничтожим. Всего 2000. Зато у нас порядок будет в поселении. Я не хочу просрать из-за бунтов город. Поэтому делаем так. Так, вы идете в Тор. Не дошли, зараза, не дошли. Низкие налоги. Наших гатракийцев немножко перегруппируем. Да и безупречных, наверное, тоже. Потихонечку наша армия, как вы видите, тает. Тает просто на глазах. Так, ладно. Что у нас там по сведениям? Провал задания. Джереми Пеклидон. Верность плюс один. А где он у нас? Ага. Пусть сидит. Отношения ухудшились. Сопротивление бесполезно. Плохой лидер. Да и хрен с ним. Если мы захватим Дорн, это будет замечательно. Так, еще два города. Получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так я этот посчитал? Не знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь, по-моему, еще один. 9. Если еще взять это, то 10. 10 городов, господи. Очень много. Но зато, как вы видите, ожидаемая прибыль минус 6 тысяч. Если мы захватим вот эти хотя бы города, то хотя бы вот 1, 2, 3, там, не знаю, 4, 5, вот до сюда. Если мы захватим, у нас уже ситуация, по крайней мере, изменится кардинально. Так. Уведем Дейенерис. Оставим 9 безупречных дотракийцев, вернее. Безупречных дотракийцев. Сразу меняем на развитие поселения. Общественный порядок у нас восстанавливается. Это радует. Сколько? 10? Да не надо забирать. Жалко то, что они отступают. Тоже не дошла. Конечно, нам бы еще флот распустить. Одна вот эта галера, 351 содержание. 351. 450. 600. Видите, просто корабли у нас тоже много отнимают, но пока что распускать их нельзя. Пока что есть еще опасность. Потом где-то, может быть, вот здесь один корабль оставим. Здесь один. И, наверное, все. То есть у нас будет, по крайней мере, ну и может быть здесь. То есть три корабля можно будет оставить и два распустить.
Так. Сдаем ход. Не нравится мне то, что в дар богов до сих пор общественный порядок низок. Что-то там не то. Может быть, из Вейда отправить им под гарнизон этот, чтобы они там сидели. Сейчас посмотрим. Ну вот, кандидат на усыновление. Скорее всего, его и отправим в дар богов. 38 лет, ночной боец, опытный бюрократ, мастер штурма. Проверенный командир. Освуд. Свифт. Отлично. Так, Освуд. Давай удар богов дуй. Ну, почему они не доходят? Ну, один ход всего-то. Так, берем в осаду. Здесь то же самое делаем. Не будем тянуть время. Сразу сдаем ход. Так, целых два новых человека в свите. Советник женщина и септон. Отлично. Лорд солнечного копья. Эта женщина даже не мыслит навредить своему королевству. Она подкупает своей честностью и вдохновляет других быть такими же. Отлично. Торговец. Нифига себе, 543 за ход. Нам тоже нужен торговец. Не будем тянуть, также автобоем. Забираем город, казним всех жителей, уничтожаем всех жителей. Так. Восстанавливаем наши отряды. И оставляем безупречных. Так, продолжаем движение. Выходим вот сюда. Будут брать у нас Айронвуд. Дейнерис забирает песчаную долину. Победа. Глава дома Мартеллов мертв. Отлично. Я уж испугался, думал, что наша мать драконов погибла. Уничтожаем жителей. Так, мы что, задание выполнили какое-то? Да, 2500 золотых нам дали. Отлично. Что-то у нас потери, конечно, большие. Ну-ка, пошел отсюда. Так. Плохой лидер. Жестокий лидер. Ну ничего. Так, давайте сохранимся. Чтобы не вылетела игра у нас. Вернее, если вылетит, чтобы мы могли продолжить оттуда, где мы остановились. Так.
флот. Что у нас тут происходит? Давайте глянем. Вроде чисто. Вернем. Так, здесь. Тоже чистота. И здесь посмотрим. Да, вроде все нормально. Так. Сдадим ход, наверное. Адов Холм. Генерал. А это кто? Член семьи. Андрес Айронвуд. Он что, отсюда? Это его, наверное, родовой замок. Ладно, сдаем ход. Ждем ответных действий от врага. Ну, как видите, потихонечку, помаленечку продвигаемся, захватываем. Конечно, на глазах тают войска наши. Просто, блин, не знаю, что делать. У нас минус 84 тысячи. Пока мы выйдем в плюс, нам надо еще минус, как бы наш полностью на 84 тысячи сократить. И только потом мы сможем ремонтировать здания, создавать новых воинов, нанимать послов и так далее, и так далее. Нет, нет, нет. Нефрит я захватывать не буду, извините, ребята. Хотя, может быть, он мне говорит блокаду порта. Два типа хода, не знаю. Ну, давайте на всякий случай... Возьмем в блокаду. Подвинем сюда наши кораблики. Минус 90 уже тысяч. Да. Конечно, если я распущу все корабли, у нас где-то минус 2, может быть, тысячи будет. Но, тем не менее, все равно минус. Так, что нам делать? Идти вот сюда? Брать крепость или идти и захватывать столицу Айронвуд Мартеллов. Так, давайте для начала захватим Адов Холм. 62 человека, потери 22, отлично. Забираем Адов Холм, уничтожаем жителей, оставляем бронзовых бестий и возьмем тогда в осаду вот этот вот форт. Даже не придется нам этой армии двигаться туда. Здесь мы, значит, идем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что делается? Вы посмотрите. Так, тогда ждем. Я даже, наверное, думаю, нам вместе придется брать этот замок. Поэтому лучше поможем Дейнерис, чтобы у нас меньше потерь было. А потом вместе объединим эту армию, скорее всего, и двинемся в Айронвуд. Думаю, так. Ну ладно, сдаем ход. Так, интересно, сколько там осада форта будет длиться максимально? Может быть, их просто держать в осаде, пока они не сдохнут, и вообще возьмем без потерь. Но за это время они смогут продвинуться вглубь наших границ. Вот в чем опасность. Так, нам что-то интересно, походу, намечается. Сейчас поглядим. Так, новый кандидат на усыновление. Конечно, берем. Лимонную рощу иди. Вот здесь что-то интересное происходит. В черный приют они идут. Давайте не будем их пока провоцировать. Лучше поможем Дейнерис. Два хода.
Поддержим два хода, посмотрим, какие у них действия дальше будут. Если же вылезут, дадим бой. Если не вылезут, заберем без боя. Неужели они отобьют черный приют или нет? Так, давайте шпиона переместим сюда. Нет, зараза, сидят в городе. В замке, вернее. Да, это был отряд о... задания по блокаде порта. О, вот тут интересно. Что он будет делать? Неужели он загрузит туда войска? Если же загрузит, мы дадим ему просраться. Это кто у нас? Генерал обычный, ну ладно. Тут член семьи. Ну, кстати, неплохой генерал. Жалко будет терять такого. В вашей столице находится три отряда. Ну, как я и говорил, три отряда — это вот дракары. Содержание каждого 400. Нет, спасибо, друзья. Мне такого счастья не надо. Я, пожалуй, сделаю вот так. Так, атака 8, натиск 1. Атака 5, натиск 1. Тут 400 содержания. Здесь у нас 441. Ну, блин, атака хорошая. И ладно, тогда вот этих вот распустим мы все-таки. Не нужны нам эти дракары. Жаль, даже стоимость их нам не вернулась. Вообще, просто бессмысленное задание. Я думал, хотя бы, может, войска дадут нормальные. Нет, говно какое-то дали. Так, так, так. Еще один ход. Еще один ход. Ну что, ждем, ждем. Сейчас именно должны вылезти. Если не вылезут, мы забираем форт. Ну, они вылезут, скорее всего, да. Либо сейчас откуда ни возьмись, придет огромный стек, и дадут они нам по башке. Нет, забрали, забрали. Зато без потерь, друзья, что очень важно. Эйгона мы не женим. Так. Опять что ли? Ну давайте. Конечно, на них напасть могут. Давайте все-таки вот так сделаем. На всякий случай. Не хочу. Не хочу никаких неожиданностей. Я слишком стар для такого дерьма. Блин, ну иди ты уже в черный приют. Отбей свой город. Что ты тут стоишь, что залезешь, что вылезешь? Так, блин, пока он там ходит, наверное, мы... Что бы сделать-то? Так, 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 так. Давайте перекинем безупречных сюда. Так. Ну, как раз полная армия. Итак, этой полной армии нам нужно брать города.
Не будем здесь провоцировать его также. Пойдем на восток, в песчаник, потом в пятнистый лес, потом в звездопад, сюда заглянем и вернемся. Думаю, успеем. Сдаем ход. Неужели Баратеон пошел в Айронвуд? Нет, все-таки отогнали. Отогнали. Я так понимаю, у Мартеллов это единственная армия, которая действующая, которая большая. И он ей двинулся в Черный Приют. И я так думаю, он здесь начнет... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вы посмотрите. Посмотрите, Растек. Ну, 2-2,5 точно. Может, даже 3 соберется полных. Да, опасно. И вот наши. Полуживые, блин. Инвалиды. Сколько? 8 ходов, боже мой. Опять галеры. Засланные нам не нужны. Так, никого не перевозишь? Жаль. Раз ты поплыл, тогда держи. Нечего плавать в наших водах. Что ж, сохранимся. Ой. Мне прям даже интересно, что там будет происходить между Айронвудом и Черным Приютом. Пока он там бьется на севере, мы потихоньку будем отжимать города. Надеюсь, получится. А потом остатки все-таки можно будет добить. О, вот это хороший подгон. Минус 11114. Так, а где? Блин, опять что ли вернулся? Так, забираем город. 57 воинов потеряно, отлично. Вернее, это плохо, но... Это не относительно небольшие потери, на такие мы можем пойти. Так, кого бы оставить? Безупречных оставлять не хочу. 100 человек аж. Наверное, до тракийцев. Да, придется их оставить. И сразу возьмем в осаду пятнистый лес.